Сколько маршрутов курсируют от ЖД станции Химки? Как часто прибывают автобусы? И какой интервал движения? Глава городского округа Дмитрий Волошин проверил работу общественного транспорта. О проблемах узнал у жителей. Многие химчане отметили, автобусы не всегда придерживаются расписания. Занимаемся оптимизацией общественного транспорта городского округа Химки. У нас 98 маршрутов. Мы смотрим, какие маршруты необходимо продлевать, какие необходимо добавить, а также всю работу, связанную с этой деятельностью. Сейчас мы проверяли остановочные модули, работу наших перевозчиков. Также мы проверяли расписание, и мы увидели здесь недостатки. Эти недостатки нам понятны, будут приняты меры. Одна из мер – создание рабочей группы. В нее войдут представители администрации и общественники. До конца месяца они будут контролировать движение транспорта, всегда ли приходят по расписанию и сколько времени ждут пассажиров. После примут решение по оптимизации работы транспорта.